Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась премьера спектакля «Кавказский пленник». Постановка была представлена студенческим театром. В качестве гостей на мероприятии присутствовали организаторы международного театрального фестиваля, в число которых вошла руководитель проекта Екатерина Толстая. Наконец-то появился проект, который я хотела бы делать именно с Казанью. И это посвящен театральному фестивалю «Толстой», который будет совмещать с собой именно молодого Толстого, детство, и как можно представить себе Толстого, особенно молодого Толстого, без его времени в университете в Казани и вообще в Татарстане. Театр «Мисгель» был основан в сентябре 1996 на базе факультета филологии. За долгие годы своего существования театр обрел популярность и признание. Особенность постановки «Кавказский пленник» – наличие татарских реплик. Их режиссер-постановщик прописывал специально для сценария спектакля. Он пленник Кавказа. Он пленник не этих крымских татар, а он пленник этих гор. Он не может уйти в конце. Он же в начале по произведению, он хочет поехать домой к матери. Жилин. Он выходит в путь, его захватывают татары, он и требует выкуп. То есть это все есть, это все актуально и по сей день, к сожалению. Но это все остается. Но, конечно же, линия любви. Любви служащего и маленькую девочку Дины, 14-летняя девочка, которая влюбилась в этого парня и освободила его. То есть, как и Ромео и Джульетта, без любви никуда. По словам актеров, участие в таком масштабном фестивале – отличная возможность открыть себя с новой стороны. В этот раз в актерский состав театра вошел единственный русскоговорящий участник коллектива. В постановке он сыграл роль Костылина. Я единственный, кто не знает татарский в татарском коллективе. И попал я туда абсолютно случайно, но единственной сложностью то, что и правда, быть может, иногда я что-то не понимаю, но, несмотря на это, я считаю, то, что я довольно-таки хорошо справляюсь с заданиями, которые мне дают, и, в принципе, с коллективом я более-менее хорошо лажу. Фестиваль, в котором в ближайшее время «Мисгель» примет участие, состоится в конце июня. Формат проведения – театр под открытым небом. Традиционное событие состоится в музее-усадьбе «Ясная поляна» в Тульской области. Сабина Гасанова, Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз.